Нола лежит на трех перинах, она как принцесса на горошине. И все равно не получается, чтобы пассажирское сиденье было свободно. На второй этаж, и вот мы спускаемся. На этот раз не мой геморрой, я всего лишь снимаю. Прикольно. Но выезжать легче, чем заезжать, если честно. И мы выезжаем сразу же на шоссе, без всяких проверок. Ура, ура! Мы приехали в Ганновер, в Германию. Наш отель рядом с вот таким вот, я даже не знаю, что это, собор или гараж. Мы в отеле в Ганновере, в центре города. Мия, ты решила бутылки из бутылок пить? Мы в отеле. Все кровати уже распределены между гостями. Больше всего устали, машину вели, утомились. Кого это пустили в ресторан? Вкуснятина. Все пустили в ресторан. Вперед. Пюшечки. Идите сюда, Миюша, Нола. Мия! Мия, иди сюда. Мия! Тихо! Пошли! Тихо! Мы в Любеке. Хорошая погода, солнечная. Вот такая дымчатая солнечная. Наблюдаем за утками мы. Все, мы грузимся на паром.
Слушайте, ребята, те, кто давно на меня подписан, вам не надоело смотреть наши бесконечные погрузки на паром каждые 2-3 месяца одно и то же? Мне кажется, это только один раз интересно, потом уже как-то не особо это все впечатляет. Но многие на меня подписываются совсем новые люди, и вот для них приходится, наверное, повторять это все. Все, мы погрузились на паром, у нас та же самая каюта, что и в прошлый раз. Хаси. Сейчас устроимся и будем спать. Отправления ждать не будем, потому что оно в 3 часа ночи. Что, друзья, мы готовы спать. Сейчас пойду вытряхну их коврик, он с песком, разложу свою постель, и мы будем ложиться спать. У нас уже почти полночь. У нас вот такое вот все уютное. Мы уже ложимся спать. Почитаем и будем спать. Надеюсь, что сильного шторма. В этот раз у нас намного лучше погода. Даже вот немножко, наверное, будет солнечно. Но туда нет. Уже привыкли писать здесь. Когда мы первые разы плавали, они не очень любили это делать. Коров. В общем, вот так. Дальше, наверное, уже не интересно. Во дворе не поиграешь, во дворе грязь.